ствольная коробка. Сверлится с достаточно высокой точностью, устанавливается ласточкин хвост для того, чтобы была возможность устанавливать любое оптическое прицельное приспособление. И на сегодня все огнестрельное оружие используется обязательно с установленной оптикой, потому что оружие имеет достаточно высокую точность. Человек имеет достаточно высокую скорость, а вот интерфейс связи, глаз, да, это самое слабое место. Оптика – это усилитель глаза. Все, процесс пошел. Зинкуем отверстие, чтобы не было сверловой окалины. Берем два крайних винта, потому что у нас две точки определяют прямую линию. А третий нужен будет только для жесткости. Вот стало, видите, идеально. Нету ни люфтов, ни качаний. У складного приклада проблема этой кнопки. Отсюда, как стандартно, оптика не может ставиться. Ставится с этой стороны со специальными доработками кронштейна. Подойдите, кто боец, к чей автомат? Подойди сюда, боец. Значит, пуля имеет баллистическую траекторию. Но... пуля летит по баллисте. Оптическая ось, она идеально прямая. Теперь смотри, вот бери ближе, ближе к себе. Видишь, они еще больше разошлись. Да. Сейчас они сходятся, сходятся, сходятся. Ну, у нас здесь 5 метров. На 100 метрах они сойдутся. У тебя автомат сейчас пристрелен на 100 метров. Предварительно, предварительно. Это не окончательно. Предварительно. Оптическая пристрелка на 100 метров сейчас. Осталось собрать автомат и произвести окончательную пристрелку уже пулей, не оптическими прицелами, приспособлениями. Все, автомат твой, коллиматор твой. Воюй, спасибо. Воюй, брат. Спасибо. Воюй, воюй. Спасибо для победы, для победы. Спасибо. Все. Я счастлив.